Привет, друзья. Ну что, вот я смотрю, начали работать пункты взимания платы в Саранском аэропорту. Давайте посмотрим, что здесь пишут. За пользование парковкой 15 минут бесплатно, более 15 минут 100 рублей в час, более 3 часов 200 рублей в сутки. Утеря, порча карты 500 рублей, на территории запрещен доступ к транспорту без государственных знаков, бла-бла-бла. Телефон службы технической поддержки. Авиамордой можно познакомиться. Вот так вот. Вот так вот. Долго мы ждали этого. Точнее, никто этого не ждал. Так, нажать бы еще кнопочку как-то. Ах, не дотянусь. С грехом пополам нажал я на кнопку, получил вот такую карту. Тут уже охрана меня поджидает. Отчитывает 15 минут. Так, а вон, значит, будка оплаты парковки, если получается, ты здесь собираешься задержаться. Она одна, что ли, на всех? Да, получается, одна. Но так как я здесь провожу менее 15 минут, мне оплачивать не надо. Все традиционненько. Вот так, ребятушки, будьте внимательны.